Читатели русской версии журнала FHM выбрали 100 самых сексуальных женщин планеты. Йоханссон заняла первое место. В десятку попала единственная русскоговорящая красавица Вера Брежнева. Яна Рудковская хоть и не попала в десятку, все же оказалась в сотне. Продюсер Дима Билана занимает 52-ю строчку в рейтинге самых сексуальных. И рядом в одном списке такие красавицы, как Анджелина Джоли, как Дженнифер Лопес, Виктория Бекхэм, Наоми Кэмпбелл. Ну, это дорогого стоит. По просьбе ньюсблока MTV обладательницы титулов самых сексуальных женщин планеты составили свой рейтинг самых сексуальных мужчин. Евгений Плющенко. А Дима? Второй Дима Билан.